Добрый день! В секторе искусств научной библиотеки Тюменского института культуры открылась выставка «Великий реформатор», посвященная 210-летию со дня рождения композитора и пианиста Ференца Листа. Ференц Лист – крупнейший композитор XIX века, гениальный новатор, пианист и дирижер, гордость венгерской культуры, выдающийся музыкально-общественный деятель, с именем которого связана целая эпоха в развитии музыкального искусства. Творчество композитора Ференца Листа неотделимо от всех других форм разнообразной деятельности подлинного энтузиаста в искусстве. Лист всегда поддерживал новое и самобытное в искусстве, способствуя развитию музыки национальных европейских школ. В экспозиции представлены книги о жизни и творчестве композитора и пианиста. Особо интересный читатель представляет книга венгерского писателя Гала Лист, посвященная жизни Листа, а также исследование известного советского музыковеда Бадиковского «Пианистическая деятельность», который рассказывает о различных этапах творческой деятельности Ференца Листа. Также на выставке представлены нотные издания произведений композитора. Приглашаем всех желающих посетить выставку.